Привет всем! Сегодня у нас 15 октября. У наших соседей очень громко играет музыка, поэтому, если что, извините. Осень наконец-то немножко потеплела, поэтому самая пора в теплице перекопать всю почву. Заносили таким хорошим слоем, наверное, сантиметров 5 перегноя всю вот эту площадь в нашей теплице. Теплица 3 на 4. А сегодня будем вносить удобрения. Вот такое вот в этом году покупали удобрение еще весной, кстати. Осеннее, универсальное, гранулированное. Как раз его сейчас можно будет внести для оккультуренной почвы. Здесь где-то идет 50 граммов на 1 квадратный метр. А для неоккультуренной здесь, наверное, 70-100 граммов на 1 квадратный метр. Все сейчас это взвесим. В общем, примерно так рассчитаем, разбросаем все по нашей почве и будем перекапывать заодно все сорняки, которые наросли, удалим. И весной, соответственно, у нас будет меньше работы именно для весенних посевов, как раз-таки подготовим нашу теплицу. Это будет очень-очень здорово. Тепличка вся помыта, такая вот чистенькая, поэтому все хорошо. Осталось подготовить почву, и тогда будет все просто очень-очень здорово. И еще предстоит, конечно, работа, это убрать вот эту грядку. Соответственно, всю землю вот эту вот уберем. А вот этот вот не перегнивший навоз, его разложим вот в эту в нашу дорожку. За следующий, последующий сезон она совершенно вся перегниет, соответственно, а затем будем брать вот этот перегнойчик и его в разные стороны раскидывать. Очень удобно, кстати. То есть за 2 года весь вот этот вот, вся трава, вся солома вот в этой вот грядке, она в дорожке догнивает, перерабатывается и получается отличное удобрение. Ну вот, отмерили 250 граммов. В общем, как раз-то на 1, 2, 3, 4, на 5 метров квадратных. Вот такое вот удобрение гранулированное. Здесь, кстати, смещено все в пользу именно, соответственно, фосфора и калия. То есть для весны это не очень хорошее удобрение, потому что там нужен азот. А вот для середины сезона огородно-дачного и для, соответственно, осенних подкормок, чтобы закладывались цветочные почки, в общем, и также именно для подготовки, соответственно, к весенним посадкам нашей почвы. Поэтому сейчас все это разбросаем и перекопаем. Ну вот, все благополучно так вот разбросали. Сейчас берем лопатку и вперед из песней. Ну вот, работа идет. Уже вот такой вот небольшой метр готовый. С расчетами немножко... Ой, что-то не так пошло, поэтому не 50 получилось, а даже меньше. Ну, в принципе, у нас земля удобренная, поэтому и меньше именно на метр, это тоже нормально. А еще вот землю не проливаю. Как мне кажется, может, конечно, это не так, но... Именно когда не пролитая почва, она все-таки, я думаю, она лучше промерзает, потому что говорят же, что когда осень сырая, как бы растения лучше зимуют, потому что земля, может, она не промерзает так. А когда вот именно без дождей, оно прям хорошо промерзает, и многие растения вымерзают. Поэтому сухая почва и снег, именно чтобы весной он растаял, и наша земля стала такая вот именно пригодная для посадок, его будем только, наверное, в январе, может быть, в середине января заносить. А все оставшееся время теплица будет вот в таком состоянии. Промерзать, вымерзать, все болезни, может, какие-то тоже уйдут. Как бы особо никаких болезней нету, слава богу, поэтому особо не заморачиваемся по этому поводу. И корешки вот эти вот все, которые вот здесь достаточно большое количество, их тоже я оставляю, потому что это все перегнивает. Как бы теплица нормальная. Тук-тук-тук, здоровая, поэтому не нужно этого. Лишняя работа
В общем, ни к чему. Вот такая вот рыхлая земля, хорошая, влажненькая немножко, поэтому все с ней хорошо. Так, прям вообще хорошо показывать, потому что камера как-то мигает, вот так весь цвет. Поэтому такая вот землица. Мягкая вообще. По вот этим грядкам стараемся особо не ходить, поэтому она только вот на штык лопаты ее перекапываем, и все отлично. Ну вот уже утро. Такие получились грядки. Все перекопано. В общем, весной уже работы никакой вот такой сложной не будет. Нужно будет только сеять зелень разную, поэтому и другая сторона тоже все вот так вот перекопано. Грядки подготовлены. И вот осталось только вот эту навозную разобрать. И в принципе все. И потом снег в январе наносить. И больше никакой работы в теплице не будет до весны. Вот столько земли вытащил из грядки. Такая вот лунка. Ну, сейчас дальше надо будет ее тоже разбирать. В теплице вот прям по-весеннему тепло. Как будто не осень, а уже весна. Солнышко светит. Тут вообще просто благодать. Вот такая вот получилась дорожка. Все это затем подсохнет. И за следующий год, вот первый год, соответственно, все перегнивало в грядке, а на второй год перегнивает уже в дорожке. И следующей осенью можно будет уже убирать вот здесь вот готовый перегной. И вот такая вот лунка получилась под грядку. Теплую на следующий год. В этом году не стали ее слишком вот так вот выгребать. Там много вот такого прям хорошего уже перегноя. И на следующий год можно будет и отсюда убирать перегной. Поэтому такой вот опыт вам рассказываю. И вот эту землю на следующий год можно будет разбавить, соответственно, и опять заложить в лунку. Огуречную. Как бы от того, что несколько раз используем, в принципе, одну и ту же землю, ничего плохого нет. Огурцы растут, и все замечательно. Внести можно будет также какой-то перегной, но это уже на следующий год. Такая вот погода. На 16 октября. Теплота. Солнышко. Наверное, 12 градусов тепла. Грядки земляничные в солнечных лучах. Там даже как бы подмерзло. Надо будет уже накрывать ее, наверное. Уже листья такие. Там заморозок был хороший, поэтому. Сейчас тепло. Потом накроем все. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.